День автомобилиста и дорожника становится всенародным праздником. К сожалению, по хорошим и не очень поводам встречаются представители этих профессий на дорогах с сотрудниками госавтоинспекции. Но сегодня, в преддверии профессионального праздника, эти поздравления из уст сотрудников милиции звучат для вас. Желаю автомобилистам и транспортникам ровных магистралей и всегда зеленого света. Пусть дороги всегда возвращают вас домой, крепкой поддержки родных и близких, исключительной удачи и везения. Желаем всем автолюбителям безопасного вождения и отличного качества дорог. Послушных резвых автомобилей, взаимного уважения на дорогах, и пусть каждый новый поворот открывает новые возможности и приводит к новым вершинам. Благосклонные дороги, добрых инспекторов ГАИ, комфорта в пути. Пусть душа водителя всегда испытывает радость от поездки, а сердце железного друга никогда не барахлит.